Добрый день! В этом видео я покажу, как собирается самый мощный из всех утконосов. Утконос версии 3.0, магическая колонна или платипус. На момент записи это самая сложная модель. В чем же ее особенность? Ну, во-первых, в размере. Слой один, как и у оригинального утконоса, но здесь элементов гораздо больше. Вместо треугольника здесь уже шестиугольник, вместо трех элементов у нас 6 маленьких треугольничков и 6 полукруглых на каждом цилиндре. Основной принцип сборки, конечно, такой же, как у оригинала, но есть моменты и даже, возможен паритет. При перемешивании форма здесь не меняется, но зато цвета размешиваются очень хорошо. Можно поворачивать на небольшой угол и продолжать вращение. Таким образом, головка перемешивается в самое пёстрое состояние. Перемешивается несложно, но не быстро. Вот примерно такую картину можно наблюдать. По обычаю начнем собирать с белого цилиндра. Для начала найдем белый шестиугольник и поставим к нему три вот таких вот маленьких треугольничка, чтобы получился вот такой вот большой треугольник. Можно это делать постепенно, можно сразу. С этой стороны не очень хорошо. Немножко повернем и поставим вот так. Ну, еще один вот сюда. Вот такой. Теперь эта картинка похожа на оригинального утконоса. Здесь вот такой треугольничек, и нужно три элемента рядом поставить. Вот мы также три элемента сюда, вот таких вот крупных, полукруглых, и будем ставить. Но для начала их нужно найти и собрать. Такой полукруг будет составлять из двух двухцветных элементов и одного одноцветного. Ну, найдем какой-нибудь белый одноцветный. Вот он. Рядом с ним поставим какой-нибудь еще. Вот получилась бело-зеленая такая конструкция. Значит, вот сюда нужен еще один бело-зеленый элемент, и тогда получится первый блок. Главное при этом не сломать вот эту собранную треугольную картину. Поищем еще бело-зеленый. Ну вот он. Ну, интуитивно и как-нибудь объединим. Поставлю вот это здесь. И поверну вот так. Вот так вот нехорошо. Значит, здесь развернем. Таким образом. И вот так вот объединим. Белый у нас здесь пока не ломается. Ну, теперь поближе к белому. Здесь повернем вот так вот, чтобы не нарушить. И поставим на свободное место. Вот. Первый кусочек готов. Можно объединить со зеленой стороной. Ну, продолжаем. Нужно еще такую же красную конструкцию и такую же синюю. Видимо, здесь вот есть красный и синий. Хотелось бы поставить их всех вместе, но мы начали собирать по цветам, поэтому мы вот этот синий, либо вот этот красный поменяем на другой. Вот здесь синий оказался раньше. Так, белый здесь. И нужно вот этот красный заменить вот на этот синий. Повернем его вот так вот пониже. Выровняем прорези и заменим. Так, подгоним к своей грани и поставим сюда. Если вы оригинальный утконос не собирали, то с этим вполне тоже можете справиться. Действия в основном интуитивные. Так, ну, нужна еще красная такая конструкция. Вот одноцветный, вот двухцветный. Одноцветный элемент симметричен, поэтому не важно, с какой стороны ставить двухцветный. И двухцветный тоже симметричен, поэтому мы можем поставить и здесь, и здесь. Поищем еще один бело-красный. Вот он. Так, я оставлю его снизу. Вот этот так вот подверну. И можно будет объединить. Ну, подведем красный грани. И вот так вот повернем. Проверяем, все цвета совпадают. Ну, если они не совпадают,
можно отвести, заменить. И вот так вот вернуть. Но у нас все было хорошо, поэтому я поменяю синий и красный обратно. Отведу синий в сторону. Подверну так вот красный. Заменю на синий. И верну. Следите за цветами. И когда собираете вот такие блоки, следите, чтобы они были одного цвета. Первый цилиндр готов. Ну, давайте какой-нибудь второй фиолетовый соберем. Опять сделаем звезду. Один есть элемент. Вот второй. И вот сюда нужно еще третий. Тут их много. Поставим вот так. Ну и теперь, не разрушая белый и фиолетовый, соберем на других цилиндрах какие-то блоки. Вот зеленый. Поищем еще зеленый. Здесь придется, вероятно, делать уже возвратные движения, чтобы ничего не сломать. Потом так вот повернем. У нас белый нарушится. Да, поэтому должны здесь отвернуть в сторону. И вот это движение вернуть, чтобы белый сохранился. Получили вот такой вот зелено-фиолетовый блок. Ну и подведем его сюда. Так можно совместить со своим цветом. Так, тут хорошо. Дальше. Желтый элемент стоит здесь, поэтому, наверное, можно собрать пока что-то красное. Фиолетовый, красный. Все есть. Можем вот это вот немного повернуть, чтобы вращалось. Вот так. Здесь пока не собрано. Отвести вниз. Повернуть одноцветный элемент. И вернуть обратно. Так, и нужно еще один красный. Он как раз тут. Подворачиваем, чтобы было вращение. Ставим. Ну, поскольку здесь что-то ломается, может, да, может, нет. Я на всякий случай отверну в сторону и сделаю возвратное движение. Так. Ну и теперь вот этот элемент можно поставить вот сюда. Вот сюда. И сюда. Ну, туда белый сломается. Поэтому я отменю. Пока отведу в сторону. Вот эту сторону красной грани подведу вот сюда. К ней присоединю фиолетово-красный. И верну на место. Белый цел. Фиолетовый стал больше. Ну и нужен фиолетово-желтый. Также аккуратно, ничего не ломая, его соберем. Вот один, вот другой. Вот этот сюда, если переставлю, они объединятся. Это не собрано. Отведем. Подвернем. Вернем сюда. Так, все цело. Вот этот фиолетовый, он вот сюда будет подходить. Подвернем. Объединяем. Отводим в сторону. Возвращаем. Так. Ну и здесь мы ничего не ломаем вот этой гранью. Поэтому можем спокойно сюда поставить. И сюда подвернуть. Получаем, что у нас фиолетовый цилиндр и белый готовы. Остается собрать серые и оранжевые цилиндры. Их можно собирать полностью трициклами, а можно частично интуитивно. Я именно так и поступлю. Для этого нам нужны вот такие вот конструкции. Хотя бы по одной для каждой грани. Вот серая такая есть. То есть два красных с сереньким элементом по центру. Надо такую же оранжевую собрать. Здесь вот цвета не совпали. Здесь тоже. Сейчас вот из этих двух что-нибудь одно сделаем. Чтобы ничего не ломать. Это цел. Так вот отведем. Подвернем. И сюда поставим.
Так. Вот эту оранжевую конструкцию я отправлю вот сюда. Там, где есть, ну, уже два треугольничка. Но если их нет, ну, нужно какой-то один поставить. То сделаю вот так. Отворачиваю, чтобы не сломать. И возвращаю. Аналогично сделаем здесь. Видим, что вот здесь вот треугольнички. Ну, допустим, их нет, и давайте какой-нибудь соберем. Вот у нас, допустим, есть только вот этот. Мы вот сюда поставим еще один серенький. Вот отсюда. Так вот, раз. И обратно. То есть вот у нас есть сторона, куда можно ставить серый блок, который у нас вот здесь. Да, он цел еще. Серый блок. Ну, вот сюда поставим. Так вот вращается. Нужно еще немного подвернуть, значит. Таким образом. Так. Ставлю. Отвожу в сторону. Возвращаю. В принципе, одного блока достаточно. Дальше можно трициклами. Главное собрать одноцветные элементы на своих местах. Но если по пути что-то еще соберется, будет хорошо. А так я из самой неудачной ситуации покажу, как можно все трициклами собрать. Нужно вот эти два оранжевых поменять. Вот тут два серых. Серый опускаем на место оранжевого. Заменяем на оранжевый. Возвращаем. Главное вот эту тройную штуку не сломать. Дальше вот этот оранжевый поставим на место оранжевого и заберем серый. Ну и так можно собирать их все. То есть оранжевый ставим на такое же место, на оранжевого. Так. Поворачиваем. Возвращаем. Ну, интуитивно эту звездочку легко собрать. Ну, а вот этот блок можно было, конечно, не собирать, но тогда трициклами получится дольше все это переставлять. Трицикл будем использовать следующий. Поднимаем справа, поворачиваем против часовой. Поднимаем слева, поворачиваем по часовой. Опускаем справа, поворачиваем против часовой. Опускаем слева, поворачиваем по часовой. Стандартный трицикл, который используется во многих головоломках. Также называют его рыбкой, которая переставляет углы. Можно делать его с правой стороны. Тогда вот этот элемент перейдет сюда, этот сюда, а этот сюда. Но также можно делать его слева. Тогда будет другая перестановка. Этот сюда, этот сюда, этот сюда. Поднимаем слева, под часовой, справа, против часовой. Пускаем слева, под часовой, справа, ну, против часовой. На утконосе этот алгоритм будет переставлять три вот таких элемента. Этот пойдет сюда, этот сюда, а этот сюда. Если делать его слева, то этот пойдет сюда, этот сюда, а этот сюда. Ну и зная такие перестановки, мы все до конца и соберем. Давайте посмотрим. Вот здесь вот красный стоит хорошо, сюда нужны желтые элементы. Ну, желто-серые. Здесь кто стоит хорошо? Вот эти хорошо стоят, а вот этот зеленый уже нет. То есть если сюда поставить оранжево-зеленый, станет лучше. Ну, оранжево-зеленый тут есть. Давайте с этого и начнем. Этот переставим вот на это место. Повернем сюда. Так, вот эти желтые стояли хорошо. Вот сюда зелененький. Этот сюда, этот пойдет сюда, этот сюда. Один элемент станет на свое место. Главное здесь побольше собрать, ну вот хотя бы вот здесь вот один блок и второй блок. Потом собрать на другом цилиндре. Ставим этот на это место. Подняли справа. Но против часовой мы крутим на три элемента. Один, два, три. Теперь поднимаем слева,
и крутим по часовой на три элемента. 1, 2, 3. Отпускаем справа. Крутим против часовой на три элемента. 1, 2, 3. Опускаем слева. Ну, тут можно уже не крутить. Ну, для порядка. Только в другую сторону. 1, 2, 3. Ну и что получаем? Вот у нас зеленый здесь появился. Эти тут как-то переставились. Пока бесполезно. Рядом с этим зеленым должен быть еще один зеленый. На верхней грани его нет, значит, он где-то снизу. Так, вот сюда будем ставить зеленый. Ищем его здесь. Вот он нашелся. Ну, причем вот этот синий тоже встанет на свое место, учитывая, что вот после красного здесь должен идти синий. Значит, у нас два элемента встанут на места. Это пока не на свое место встанет. Значит, рядом с зеленым ставим элемент. Поднимаем против часовой. 1, 2, 3. Поднимаем слева по часовой. 1, 2, 3. Опускаем справа против. 1, 2, 3. Опускаем слева по часовой. 1, 2, 3. Проверяем. 2 зеленых, 2 желтых. Подвернем на свои места. Стоят хорошо. Что же здесь? А здесь у нас красный мы изначально поставили. Вот этот синенький стоит хорошо. Ну, вот эти три нужно переставлять. Если мы сейчас поставим так, что здесь один соберется и здесь один соберется, будет замечательно. Но, возможно, для этого потребуется и больше перестановок. Вот этот желтый, ну, вероятно, нужно, чтобы сместился вот сюда куда-то. Вот этот оранжево-синий можно поставить на любое из этих мест. Ну, тогда мы сделаем алгоритм слева. Вот такую перестановку отсюда, сюда, отсюда, сюда, а этот сюда. И тогда все будет хорошо. Поднимаем слева по часовой на три элемента. 1, 2, 3. Поднимаем справа против часовой на три элемента. 1, 2, 3. Опускаем по часовой. 1, 2, 3. Опускаем здесь. Ну, я вот это крутить не буду, так как смысла нет. Получается, здесь осталось переставить только один элемент. А здесь давайте посмотрим. Тут стоит хорошо. Этот хорошо. Этот хорошо. Но вот эти два стоят плохо. И то, что стоит этот хорошо, не так уж и прекрасно. Придется делать две перестановки. Вот этот неплохо было бы поставить вот сюда. А этот куда-нибудь туда. Ну, а этот переставим потом. Чтобы вот этот перешел сюда, нужно сделать левую перестановку. И вот этот оранжевый поставить на какое-нибудь вот это место. Ну, на свое. Давайте посмотрим. Подвернем вот так. То есть вот этот пойдет сюда. Этот сюда. А этот сюда. Поднимаем слева. 1, 2, 3. Поднимаю справа. 1, 2, 3. Опускаем слева. 1, 2, 3. Опускаем справа. Здесь стало хорошо. Здесь стало не очень. У нас получается, что вот эти вот элементы стоят наоборот. А вот это хорошо стоит. Вот эти два нужно местами менять. Здесь проверяем. Тут все хорошо. То есть получается, этот цилиндр собран. А вот эти два нужно менять. Мне кажется, что это паритет. Ну, в принципе, можно его так назвать.
То есть два элемента нужно поменять. Такое могло не случиться, сразу все бы собралось. Но так и есть, и давайте научимся это решать. Если я сделаю перестановку, вот этот куда-нибудь сюда, этот сюда, этот сюда, у меня тут сломается, а тут один соберется, и тоже будет два неправильных. Кажется, что успех небольшой, но на самом деле такая ситуация гораздо лучше. Просто любой элемент здесь меняем на вот этот, ну а этот сюда передвинется. Поднимаем справа три раза против часовой. Поднимаем слева. Раз, два, три. Опускаем справа. Раз, два, три. Опускаем слева. Раз, два, три. Что получилось? Это теперь стоит хорошо. Тут один неправильный. Но неправильный с другой грани. И такой же есть тут. Но это неплохо. Нужно поменять вот эти два. И это мы сделаем за один трицикл. Здесь синие, здесь красные, а здесь должны быть два желтых. Поэтому если мы вот этот поставим куда-нибудь туда, то вот этот может сместиться на его место, но здесь должен желтый стоять, а значит он будет стоять правильно. А значит у нас все соберется. Повернем вот так, чтобы вот эти два принимали участие. Теперь я вот этот ставлю сюда. Этот серо-желтый становится сюда, заменяет идентичный ему элемент, а этот переходит сюда, и будет все красиво. Поднимаем. Раз, два, три. Поднимаем. Раз, два, три. Опускаем. Раз, два, три. Опускаем. Раз, два, три. Сверху все отлично. Снизу нужно сделать доворот. И все. Утконос 3.0 собран. Возможно, еще вот такой вот случай, тоже из вида паритетов. Серый собран, фиолетовый, белый. Вы собирали все, старались, пытаетесь довернуть последний цилиндр и замечаете, что вот желтый стоит хорошо, а зеленый и синий местами поменялись. Такая ситуация возможна на утконосе 2.0, это 3.0, а вот вторая версия, где два слоя. Но там вот эти внутренние элементы, они одноцветные и взаимозаменяемые. Здесь же двухцветные, ну, если рассматривать блок, и просто их поменять местами не получится. То есть простого и быстрого решения здесь нет. И тут нужно пересобирать вот эти вот элементы. То есть их менять местами, вот эти четыре. А для этого может потребоваться несколько трициклов. Ну, покажу сейчас прямолинейный способ. Можно придумать и много других. Та грань, которая собрана, пусть будет сверху. А эти будем постепенно местами менять. Нам нужно, чтобы вот эти синие перешли вот сюда. А значит, я последовательно вот этот переставлю сюда, потом сюда. Потом вернусь вот за этим. Для этого я сначала расположу синий слева, а вот этот зеленый поставлю на место какого-то серого. Этот синенький переставится вот сюда. Поднимаю. Раз, два, три. Поднимаю слева. Раз, два, три. Опускаю. Раз, два, три. Опускаю слева. Раз, два, три. Синий сюда встал. Нужно его сюда. Поворачиваю вот так. И делаю алгоритм еще раз. Поднимаю. Раз, два, три. Поднимаю слева. Раз, два, три. Опускаю. Раз, два, три. Опускаю слева. Раз, два, три.
Получаю, что первый синий встал куда нужно. Проверим. Вот тут желтый, вот первый синий. Рядом с ним нужно поставить еще один синий. Для этого будем делать то же самое. Вот этот серый ставим сюда. Оранжевый перейдет сюда. Вот этот оранжево-синий сместится на одну позицию. Поднимаем. Раз, два, три. Слева. Раз, два, три. Пускаем. Раз, два, три. Слева. Раз, два, три. Тут, кстати, опять все собралось. Но здесь остается вот этот еще сюда переставить. Переставляем. Зеленый ставим сюда. Синий переместится сюда. Поднимаем. Раз, два, три. Поднимаем. Раз, два, три. Опускаем. Раз, два, три. Опускаем. Раз, два, три. Так. Ну и приходим к ситуации, где нужно поменять два элемента. Проверяем. Здесь два синих хорошо, два желтых хорошо. А тот зеленый, если переместится сюда, будет то же самое. На всякий случай совместим. Полностью цвета синие, желтые. А тот зеленый, если сюда переместится, будет нормально. А значит, этот серый ставим сюда. Вот этот оранжево-зеленый станет сюда, заменит. И зеленый сдвинется сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Опускаем. Раз, два, три. Опускаем. Раз, два, три. Ну, проверяем. Серая грань вся вернулась. Здесь делаем доворот. И все совпадает по цветам. Вот такой вот утконос 3.0. Пока самая крупная и самая многоэлементная версия магической колонны на момент записи видео собирается интереснее всего. Сборка в основном интуитивная. Есть только один коммутатор, который я даже вот без формул вам так показал. Просто повторяем много раз, выбираем более удобную стратегию. Очевидно, что можно собирать и по-другому, возможно, более эффективно, возможно, нет, но тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.